Это не глупости, это большинство так думают. И моя задача через эти видео пробудить всех одним разом. Я хочу, чтобы вы сами в себе разобрались, сами себе позадавали вопросы. Не у меня ты спрашивала, как к вам, ко всем обращаться, а сама определила, как к нам, ко всем обращаться. Сама. Это только программы и роботы не могут сами себя перепрограммировать. Их может только программист перепрограммировать. А ты можешь. Ты сама можешь вернуть себя в другое русло. Сама. Самообразованием заняться. А ты как хотела? У тебя пляпы готовы? Да. Сплошные воробьи повылетали, а слов нету. А образы наложены. Похожие реквизиты. Но на самом деле они кардинально различаются. Например, дата рождения. Никто никогда не говорит, приходите ко мне на дату рождения. Опять все слеплено в единый комок. Взяли глину, черную и белую, и вот так вот слепили, получилось серое. Вот это ты. Вот твой самый главный этап. Не пройденный. Абсолютно. Дать понять, что за персоной стоит живой человек. Расписаться определенным образом. У него знаний не было. Он не самоопределился. Он не растождествился. Неважно, что они знают, не знают. Главное, чтобы вы это осознавали. Забудьте про них. Твоя ошибка в том, что ты пытаешься разобраться в них, но не в себе. Ты видишь, ты в себе не разобралась, а тебя интересует, кто здесь собрался. Так я о том же. Растождествись. На тебя невозможно протокол составить. На тебя идет атака, а ты ничего не делаешь. Ты даже щит не выставляешь. Дата рождения указана. Все. Раз пробили. Похоже. Вот. Точно она. Все. Форма 1П. Поехал. А четверых не смогли определить. И они их отпустили. Но у тебя есть прогресс. Ты уже говоришь персональные данные. Народ-то созрел, но не дозрел. Путь ясен. Растождествиться. Это первое, на чем всем вам нужно трудиться. Он меня специально провоцирует. Антон Николаевич, так что ты морешь? Он в сумке лежит. Как ты можешь оживиться, если ты помирать собралась? Атмосфера другая. Образы отрицательные не витают в воздухе, в эфире. Никто тебя не обманывал. Это был необходимый жизненный опыт. Знания даются через прошения. Ответ придет рано или поздно. Все знать не обязательно. Важно знать ключевые моменты. Делать ничего не надо. Не надо вытащить, не надо ничего переворачивать. Не надо себя перепрограммировать. Надо осознать. Это намного проще. Главная задача – растождествиться.